Oh, yeah. Nice. Very nice. Или не good nice. Вроде фигайс. Yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Всем привет, дорогие друзья, с вами Озон. И сегодня я на велосипеде. Я наслаждаюсь этой природой. Отличная природа, просто кайфовая. Солнце светит. Хорошо. Вот. Перчатки уже практически рвутся, видите. Надо как дед старый сидеть, зашивать. Они недешево стоят. 1500 или 1000 с чем-то рублей. Это во мне какие-то там из носков связать в деревне. Вот. Как видите, я одет не по осенним. Вот, все-таки у нас весна. И солнышко прям парит. Кто-то скажет, зачем ты в зимней шапке? А, ну просто минус 10 на улице. Вот я в зимней шапке. Вот. А зачем ты в очках? Солнца практически нет. Ну как? Уже лето наступило практически. Кстати, сейчас на улице, я не знаю, где-то градусов 8, может быть меньше. Но обещают вот 11. Знаете, на солнце прям отлично. Когда ты катаешься, вам это не знать, да, дорогие друзья, когда катаешься на велосипеде, а, грубо говоря, очки тебя защищают не только от быков солнца, чтобы куда-то там не урезаться, да, но еще от того, чтобы у тебя глаза не слезились, от того, что ветер идет в твою сторону. А, это как ты в машине бы ездил, но без лобового стекла. Так что это спасает, да-да, не удивляйтесь. Мазгриш, вот. И сам прикол, шапка, но никто не хочет простудить. Все-таки не лето, а осень, хоть более-менее тепло на солнце. А вот так вот, если в тени где-то ездить, конечно, нет. Сегодня я для вас, наверное, не сделаю обзор на какой-то там энергетик. Энергетик я не хочу пить. На какой-то сок, вы не писали в комментариях, какой сок купить, на какое пиво. Какую-то ерунду пишете, если честно. Ну, не все, конечно. Там, молодец, респект, а там остальные что-то там купил, да это не то, а это мне не нравится, давай лучше то купи. В общем, ничего вы не писали, и я так подумал, ну, ничего не буду покупать. Дорого, за банку какую-то там пиво или... Пиво нельзя пить на улице, запрещено марсианами, вот, юпитерцами. Так что будем... Здорово в жизни вести, как всегда и вели. Две баклажки пива. Баклажки пива я не пью, конечно, так что вы уж там, кто смотрит видео, должны знать, бля. Я пью пиво. У меня, видите, живот растет, 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 растет. Уже вырос до такой степени, что я стал мамоном. Во! Извините. Конечно, живот у меня есть, да, но... У тебя, наверное, больше живет. У тебя больше живут, блин. Куда перчатка улетела, я спрашиваю. Ну-ка, верни за перчаткой быстро. Ладно, потом. В общем, это, друзья, руки карманы не... А то зашивать, как в армии, да, нельзя. Стройся, смирно. Вот. Погода действительно классная. Я вот... как в своем вот этом костюме, который стоит, меня спрашивали про костюм, сколько же он стоит. Стоит он 1500 рублей, ровно. 1400 или 1500, это... Мне многие написали, кстати, что костюм у тебя классный. Действительно, ткань крутая. Мне самому радует, я как посмотрел, просто, ну, куда же без костюма-то? А я его купил еще, когда у меня не было этого велосипеда кататься. И самый прикол то, что если ты не настолько умный, вот, или настолько умный, вот, ты должен понимать, что и в костюме не холодно. Кроссовки у меня, конечно, старые, как вы видите. Не знаю, видите, нет кроссовки. Они у меня уже Рибок. Рибок, я настоящий мажор прям. Вот, им уже года 3, наверное, они уже все износились. И скоро, наверное, рассыпятся прям на ходу. Но
Зима заканчивается, а в кроссовках я, дорогие друзья, не хожу, как многие из вас. А многие из вас ходят в кроссовках. Ты ходишь в кроссовках зимой? А я не хожу. А знаете почему? Потому что я все-таки понимаю, что зачем ходить в кроссовках зимой, если можно надеть нормальные, как говорится, ботинки зимние. Зимние ботинки надень и топчи в СЖ. По грязи, ну сейчас грязи нет, как видите, плот, мы плывем на тот берег, переплываем, да, вот никак не доплывем, видите, снега нету, все-таки нету снега, я думаю, снег уже должен быть, а снега все нет. Что он за ерунду плетет, скажете вы? А, ты не уникал просто, не знаешь, не прошаренный, как обычно, сразу. Таких сразу видно, что он плетет там ерунду какую-то, ну, залетную, знаете, которую один, 5 раз зашли за свое время такие на канал, а, ну понятно. А кто давно меня смотрит, там респект. Вот. Знаете, я хотел бы сделать какой-то обзор, конечно, какой-то, как говорится, пиво или сок. Вот я думаю, какой интересный пиво или сок, да? Вот думаю, вот над вашим поведением, вы, конечно, молодцы, но... Да я шучу, конечно, вы все молодцы, всем вам респект. Просто я еще ничего не купил, чтобы сделать для вас какой-то обзор, понимаете? Пока ничего не купил еще, не знаю, что купить, я обязательно посмотрю и сделаю. Огонь, мэн. Вот. Так что сделаем мы обзор. Только вот я думаю, над вашим поведением, какой мне сделать обзор. Обзор, может быть, сделать... велосипед вы видели. Ничего в карманах нет у меня. Бля. Маска есть, ёпта. Не хотите на маску обзор? Не, ну как хотите. Смотрю. Вот, товарищи. Сам прикол то, что сделаю обзор. Обязательно ждите обзор. Обзор, жди обзор. Жди обзор. Знаете, мне многие пишут, как ты можешь в такой форме оставаться? В какой форме? В этой форме? Но пока еще не зима наступила. В этой форме буду до 2030 года ходить. Пока не разорвется... с нитками там полностью не захуярится, вот, и буду вот лохмотья ходить. Вот, я, кстати, думал какой-то еще костюм такой купить. 1500 это не 8000, не 25, как всякие мажоры, богачи думают, что это круто. Вот крутой костюм Маза, Гриш. Треугольник, спорт. Ну да, так что ждите обзор. Обзор ждите. Ждите. Обзор ждите. У меня сегодня хорошее настроение, прям от души. Прям good night, так сказать. Во-первых, уже практически какой там, 9 или 8, я уже запутался в этих датах. 2036, нет? 21 года, 8 октября и так далее. Погода просто шепчет, как говорят. Вот такую погоду прекрасно выйти куда-то на рыбалку, да, посмотреть природу, просто прогуляться в парке. Да и просто на шашлыки и тому подобное, насладиться вот красивым видом. У нас страна большая, везде очень красиво. Вот, так что вот такие вот делишки, дорогие друзишки. Где ваши книжки? У меня там пропало. Пропало. Ключатка. Вот я ее поднял. Так что ждите обзор. Я просто хотел такой видеоблог небольшой снять. И сказать, что... А, меня спрашивали про очки. Что это за очки?
Я не знаю, что это за очки, если честно. Какие-то вот очки. А могу сказать, где я их купил. Я их купил, как ни странно, в Декатлоне. Магазин такой есть, Спортмастер, а есть Декатлон. Так что переходите на сайт Декатлона, смотрите очки. Может, вы их и узнаете. Там я их купил. Они стоили 1500 рублей. Это еще недорогие, там стоят 3000 и более. Конечно, я их купил для вот этого дела. Кататься на нем от солнца, блики, фигики, да и просто, чтобы ветер в глаза там. Ну, оказалось, что многим респект, good nice, very nice. Вот и все. С хорошим вас настроением, не пропустив в пятницу стрим Чанский. Ну, то есть, если вы это видео смотрите, значит, пятница good nice-ица будет когда? Сегодня у нас четверг получается, да? Да, завтра. Ну, на данный момент, кто смотрит это видео, кто, может, посмотрел его через месяц, ну, извините. Вы слабое звено. Так что, да. Пятница, завтра, то есть какое число? Ну, в общем, пятница, да. После шести и very nice. Good night. Yeah, nice.